мы проехали деревню Чирковицы, а Чирковицы происходит от слова church. Чирка. Чирка – это церковь. Потому что в этой деревне есть церковь. Друзья дорогие, неделю назад мы рассказывали вам про люстру. Теперь люстра исчезла. Временно. И это место временно заняла рождественская ель. А елку, если вы ставите дома, она никогда не новогодняя, она всегда рождественская. Она рассказывает о Рождестве, это древо жизни, вифлеемская звезда, которая указывает на Христа. И всякий раз, второй год подряд мы размещаем, и регулярно, где бы не опубликовали эту елку, обязательно оскорбляются чьи-то чувства. И причем не чувства верующих, а чувства неверующих. Почему-то оскорбляются, что елка так не должна быть. Но открываем большую тайну, что елку принес к себе в дом Мартин Лютер. И вообще вот эта традиция наряжать рождественскую елку, она родилась в лютеранской церкви. И никаких специальных правил относительно того, как ее нужно поворачивать, нету. Более того, я вам что скажу, что церковь, она из себя представляет такой ковчег. То есть это как корабль, который плывет по небесам. И наше притяжение, точка притяжения, она не земная, она небесная. Поэтому елка у нас, она, видите, тоже тяготит к небесному. А еще каждый год мы ставим такую доброелку. Это елка, где вместо игрушек висят фотографии детей, а на обратной стороне их имена и те подарки, которые они хотели бы получить. И обычно нам фонд «Калибри» дает этих детей, и мы их вывешиваем. И знаете что? Уже, наверное, третий или четвертый год подряд их разбирают просто моментально. И мы потом звоним и говорим: дайте нам еще фотографии, дайте нам еще детей, потому что все про эту елку снимают, все хотят еще подарки дарить. Очень много добрых людей. И всегда детей не находится. Поэтому сейчас даже я рассказываю не для того, чтобы вы сюда пришли и подарки подарили, а может быть, вы тоже из какого-то фонда, и у вас тоже есть какие-то дети, которым мы можем собрать подарки. Не уверен, успеем ли мы в этом году, но, может быть, в будущем. Потому что фонд «Калибри» мы удовлетворяем полностью подарками. Но, может быть, вот есть другие дети, кому могли бы помочь. Мы с большим удовольствием поможем. Опять-таки, фонд «Калибри», он, например, опекает детей с ментальными отклонениями, так скажем, особенных детей. Поэтому, конечно, желательно, чтобы и ваши дети тоже были особенными. Вот, как-то так. Осталась одна фотография. Так. Значит, это Игорь, колясочник, внимательный, серьезный, любит работать с деревом, мечтает об электролобзике. Мне кажется, это самый прикольный подарок. Электролобзик, это же вообще круто. Если бы я выбирал, а я не выбираю никогда, я бы его выбрал. Ладно, Игорь, не переживай, будьте электролобзик. Друзья дорогие, за моей спиной дом величайшего миссионера России. Чей же это дом, интересно? Может быть, Андрея Кураева? Нет. Может быть, Николая Японского? Нет. Это дом Марти Раутанина, человек, который обратил в христианство целую страну. Дом находится недалеко от Гесепа, деревня Тикопись, но это миссионер из России, финского происхождения. В Хельсинки он прошел в миссионерской школе обучения, а потом поехал в Намибию и обратил целую страну, языческую страну, в христианство. Вот. Я считаю, что это величайший миссионер России. И вот наш, так сказать, соотечественник. Дом его неподалеку от Петербурга до сих пор существует. Дом, между прочим, конца 19 века. Угу. В продолжение размышления о Намибии хочется заметить вот что. Не знаю, как вы себе представляете африканские страны и Намибию в частности, но иногда такие картинки могут всплывать в сознании. Люди, которые опоясаны, не знаю, какими-то листьями, или люди с автоматами Калашникова в багажнике машины, или люди, которые умирают от голода, жажды, и ВИЧ, СПИД и прочих болезней. Люди, которые живут за счет гуманитарных разных организаций международных и тому подобное. Наверное, некоторые страны Африки, они такие, но не Намибия. Намибия – это одна из богатейших стран Африки. И я считаю, что во многом именно благодаря Марти Раутанину, благодаря той работе, которую он сделал, потому что религиозное сознание, мировоззренческое сознание отдельного человека и нации в целом, она влияет на то, как эта нация развивается. Помню, как когда-то сокрушался о том, что Россия приняла православие, наш дорогой Владимир Владимирович Познер, рассуждая примерно так. Если сравнить разные аспекты
того, как живет тот или иной народ, то выяснится, что с моей точки зрения, разумеется, и все, что я говорю, это моя точка зрения, чтобы это было понятно, в протестантских странах люди живут значительно лучше по самым разным параметрам, чем в католических. В католических лучше, чем в православных, а в православных хуже всех. И я это объясняю именно религией, а не чем-то другим. И действительно, если мы посмотрим на страны Скандинавии, то они действительно богаче, там, чем Италия, Франция. Или если мы посмотрим на, там, не знаю, США, она, конечно, тоже богаче, чем перечисленные страны. И страны условно православные, они беднее всех остальных, ну, других христианских стран. И, конечно, связь религии, религиозного мировоззрения, она прямая, напрямую связана с тем, как мы живем, как мы поступаем, чем мы руководствуемся в своих поступках. И я даже вот регулярно наблюдаю, знаете, такую картину: на Кирочной улице стоит припаркованный, не знаю, Mercedes или BMW или какая-то другая хорошая машина, а номер у этой машины закрыт визиткой или маской с тем, чтобы не платить 60 рублей за парковку. И вот ты думаешь, как странно это вот сознание одного человека сочетается. С одной стороны, вот есть условный Mercedes, и есть вот такое отношение к не знаю, к, ну, к своей ответственности. Это же, ну вот, если бы на фабрике Mercedes люди относились к своей работе так же, затыкая дырки, вот, не знаю, визитками, масками и прочей ерундой, разве они могли бы произвести такую хорошую машину? Очень сомневаюсь. В лучшем случае это была бы действительно Волга. Но нет, мы хотим ездить на Мерседесе, но мы хотим вот жить вот так вот, как бы, не платя 60 рублей. Это очень странно. Это очень странно. Но, с другой стороны, об этом нас Христос тоже предупреждает. Это, знаете, такое языческое сознание, потому что он говорит, что не ищите, что вам есть, что вам пить и во что одеться. Всего этого ищут язычники, но ищите прежде Царство Божие и правды его, все остальное приложится. Правда – это значит праведность. И вот есть праведность, которую ты можешь продать за 60 рублей. То есть ты можешь поступить праведно, а можешь продать ее за 60 рублей, как бы их сэкономив. При этом у тебя Mercedes, ну, как бы у тебя точно есть 60 рублей. Это, знаете, не от голода, не от бедности. Но ты пренебрегаешь праведностью, вот такой мелкой праведностью, ради выгоды в 60 рублей. Мне кажется, это очень странно. Это очень странно, и это, ну, какой-то такой симптом. Вот. Да. И, в принципе, вера в этом и заключается. Вера заключается в том, что мы пренебрегаем какими-то мелкими, сиюминутными выгодами ради чего-то большего. То есть мы предпочитаем заплатить 60 рублей, зная, что это в будущем, ну, будет лучше. Эти деньги, они, ну, вот если мы все так будем делать, они, ну, принесут какой-то, не знаю, порядок на дорогах, не знаю, снег будут убирать, еще что-то. Ну, я точно не знаю. Но это точно будет правда, потому что это будет правильнее, потому что, ну, нас Господь призывает поступать праведно. И вот так поступить правильнее. Вот. И если я так буду поступать не один человек, а, не знаю, 10 человек, они могут организоваться, не знаю, в какую-нибудь фирму, что-нибудь хорошее создать, руководствуясь вот этими принципами. А если вот такой мировоззренческой парадигмой, таким как бы стержнем, такой стержень, он будет не только у 10 человек, но у всего народа, это приведет к тому, что страна будет процветать, весь народ будет процветать. Это же очевидно. Но для этого каждому из нас по отдельности, и Владимиру Познанеру в частности, нужно жить, руководствуясь этими принципами, искать этой праведности, в том числе пренебрегая сиюминутной выгодой. И вот есть сиюминутная выгода, а дальше, как бы, конечный его результат – это пренебрежение своей жизнью. И об этом тоже нас Христос, опять-таки, ради чего? Ради жизни вечной и ради Царства Небесного. И об этом нас Христос предупреждал. Кто хочет душу свою спасти, тот потеряет ее, а кто потеряет ради меня и Евангелия, тот сохранит ее, сбережет ее. И, собственно, это и есть пример Марти Раутенина, который не пожалел своей жизни. А, кстати говоря, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, но у него от малярии в Намибии умерло несколько детей, и, по-моему, даже жена. Но совершенно точно он не пожалел своей собственной жизни ради вот какого-то, думаю, малоизвестного ему народа на юге Африки. Он поехал туда и всю жизнь там провел, перевел Священное Писание на их язык, но это преобразило всю страну. Получил ли он какую-то награду от этого? Я не сомневаюсь, что получил.
вот эту самую, про которую говорил Христос, жизнь вечную, Царство Небесное, не за его дела, нет, за веру. Но вера его, она была, она его сподвигла вот к таким великим делам, к преобразованию этой страны. Что сегодня из себя представляет Намибия, посмотрите программу Антона Птушкина, вот он недавно выпустил про Намибию. Это действительно, ну, богатейшая страна в Африке. По поводу большинства африканских стран ниже Египта существует определенный стереотип. Это рассадники бедности, болезней, криминала, там плохие дороги и дальше по списку. Естественно, это не совсем правда. И есть Африка, в которой нет ни малярии, ни желтой лихорадки, в которой довольно безопасно, цивильно, а самое главное, очень красиво. Как вы понимаете, именно в такую страну мы и прилетели. Касатики, добро пожаловать в Намибию. Вот, вот такие герои среди нас. Но с другой стороны, мы каждый можем быть таким героем, заплатив 60 рублей за парковку, как минимум. Вот такие размышления. Друзья дорогие, мы в поселке Большое Куземкино. За моей спиной церковь святого Андрея Первозванного. Наш приход. Здесь он снова появился в 90-м году. Вообще здесь приход существует с 1640 года. Церковь построена в конце 19 века. Ну, как и многие церкви в советское время, конечно, она была разграблена, уничтожена все. И потом превращена сначала в тюрьму даже, потом в местный дом культуры с кинотеатром и прочими вещами. Вот. Ну, и потом она была запущена и потом восстановилась небольшая община, и сегодня сейчас мы приехали, чтобы думать о том, чтобы церковь реставрировать, а также обжить территорию вокруг, может быть, сделать парк или еще что-то такое, потому что постепенно этот поселок растет, недалеко отсюда хаб Северного потока знаменитого, а с другой стороны Усть-Луга, и, в общем, есть надежда, что приход может вот как бы получить новый импульс жизни. Но, в общем, мы думаем, вот приехали небольшой группой с архитектором, чтобы подумать, как и в какой форме вот реализовать такой проект реставрации, восстановления этого храма. Вот, так что будете в Большом Куземкино, заезжайте в гости. Друзья дорогие, у нас в гостях священник отец Николай Бабкин. Может ли такое быть, что церковное общение тоже какими-то местами сместится в интернет? Кто я такой, что я там делаю, в общем, в соцсетях, и к чему я хочу вообще все это пришло? Поп-звездой, а можно поп-звездой? Просто кот. Священник, обладая чувством юмора, мне кажется, только в плюс пойдет. Священник как пастырь или как инфлюенсер, да, ты становишься в теме. И тема шутки. Не только свет Христов нести, но еще и свои дурные качества. Как я лягу спать, ведь в интернете кто-то не прав. Поэтому, наверное, наша задача христиан, это в том, чтобы эти стереотипы развеивать. Вот. Это не касается этого твоего блога, мне кажется, что это уже реально вообще. Вопрос так здесь виртуально гуляет. Ты миссионер? Друзья дорогие, вот такая у нас сувенирная лавка есть. А вообще мы там ремонтируем, целый гифт-шоп у нас будет скоро. Но пока вот так. Во-первых, есть открытки всякие разные за любое пожертвование. Пожалуйста, приходите, набирайте. Во-вторых, есть вот такие сумки, стикеры. Вот такие стикеры были замечены у Артемия Лебедева на компьютере. Вот какие-то вот такие вот, вот всякие разные. Вот есть рождественские подарки, свечки, наборы, вертепы, игрушки. Вот игрушки должны быть на елке рождественские, потому что елка рождественская, и все должно напоминать о Рождестве, всякие герои рождественских рассказов и так далее. Колечки, крестики, открытки. Вот у нас Елена Черкасова сейчас проходит выставка ее работы, и здесь вот есть ее открытки. Татуировки христианские. Видите, с летающей тарелкой, с крестиком и всякие остальные, омега и альфа. А, это переведется, будет альфа и омега. Все понятно. Вот, что еще есть? Еще есть одежда всякая разная. Тварь Божья. Тварь, значит, творение. Это очень хорошо. Носочки тоже, каждой твари по паре. Тварь Божья. Это, видите, набор такой. Вот, есть различные футболки. Вот такие футболки. Это, кстати говоря, совместный проект наш с приходом. Приход это такое дизайнерское бюро, назовем его так, во главе с Анной Селенковой. Вот. Снова тварь Божья. Вот. От избытка сердца говорят уста. Кстати, вот в футболках прихода были замечены тоже многие звезды. Не многие, некоторые, конечно. Вот. Ну и всего еще много. Приходите, посмотрите.